В Каменске-Уральском, около полуночи и римского фонтана на площади Горького, что на Алка Перекрестке, то есть на О-образном перекрестке а алюминиевая Каменская, девятка с бесправным юношей на педалях уработалась в остановочный комплекс. Декорация такая. Дело было в субботу около полуночи, именно в тот момент, когда в известной песне наступала важная фаза. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На площади Горького в городе трудовой доблести каменске уральском собралась компашка молодых людей, и у одного из них оказалась девятка жигулей. И в какой-то момент 22-летний участник ночной тусы, никогда не получавший права, попросил у хозяина девятины «Игорек, а дай-ка прокатиться!» И автовладелец забил на административку и позволил человеку, заведомо не имеющему прав, сесть за руль. Ну, видимо, рассчитывая на то, что прав хоть и нет, но рулить-то он хотя бы умеет. Но чудо не случилось. Подвел юноша хозяина девятки. Первый-то поворот он преодолел, а вот на втором слишком разогнался, не справился со скоростью и рулем, на левом повороте его мотнуло вправо, и девятина прямиком влетела в остановку общественного транспорта. По счастью, в 12 часу вечера в Каменске общественный транспорт уже не ходит, потому на остановке никого не было, и посторонние люди здоровьем не пострадали. Пешеходов тоже поблизости не оказалось, но, ну, видимо, в субботу вечером народ массово сидел по домам и смотрел КВН из Екатеринбурга. Да-да, что-то случилось в нашей стране, по-первому снова стали показывать КВН. Вот всегда удивлялся, почему в названии передачи «Клуб веселых и находчивых» игнорят «Союз и». По идее, передача должна называться «Квин». И сегодня, в день рождения великого Фредди Меркури, не могу об этом не вспомнить. Что касается пилота «девятки», то он при ударе не травмировался, но ему впаяли административку за бесправное руление. Плюс еще и хозяина «девятины» приделали за передачу... Да нет, нет, не за «Квин», а за передачу ТСа бесправному пилоту.